нас есть экономическая теория, и мы можем объяснить финансовый менеджмент для многих людей, но мы объясняем, по большому счету, всегда экономику машиностроительного предприятия конца 19 века. Вот это то, что мы во всех вузах читаем. Мы рассказываем там про точку безубыточности, мы рассказываем про постоянные переменные затраты, про накладные, косвенные, про их разнесение. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся вот с людьми, работающими в конкретной сфере, то вот здесь происходит такая вещь. Экономика их предприятий не описывается нашими методами. Это происходит в телекоммуникациях. Ничего не работает нашими методами. Это происходит в интернете. Это происходит на медицине. Это происходит вообще во всяком хай-теке. И поэтому, по большому счету, вот сказать, что давайте я вас буду учить, сейчас я встану, открою рот и начну вам читать курс лекций. Это было бы самонадеянно. У нас вот есть опыт работы с журналистами. Спасибо, Виктор Павлович. Мы работали несколько лет. И наше обучение, наша работа была построена вот таким образом, как она сейчас построена, как на этом семинаре. Мы приходим, рассказываем, что мы придумали для вашего бизнеса. Мы сами это придумали 2 недели назад. Мы слушаем вашу реакцию, вы задаете вопросы. Мы едем к вам на ваше предприятие, обсуждаем это там с вами. Делаем работу для вас. Потом Юкечев дает нам следующую аудиторию. И мы дальше работаем. Дальше мы все рассказываем. Поэтому хорошее образование для работающих, для взрослых и для высоко мотивированных людей, оно должно быть краткосрочным. 1,5 часа, может быть, максимум. Оно должно быть связано прямо с решением практических задач. Некогда им рассказывать про то, что такое бухгалтерский баланс, некогда им рассказывать всю экономическую теорию. Нет, это должно быть разорванное решение отдельных, конкретных, очень практических задач. Из 20 человек, которые придут туда, 18 поймут что-то очень приблизительное, 2 скажут: слушай, вот мне нужно будет с тобой проконсультироваться, мы обменяемся визитками, и дальше работа пойдет внутри этих организаций. Вы были на этом семинаре? Вот. Были? Скажите, пожалуйста, сколько человек подошло потом, попросило визитку и сказала, что мне нужно с вами проконсультироваться по поводу своего проекта? 1. Из скольки? Ну, человек 15. 1 из 15. Да. Фантастический результат. Эффективность очень высокая. Так это все и будет делаться у нас. Для большинства участников этого семинара это будет общеобразовательный разговор. Но 1-2 для 1-2 это будет начало интересного проекта. И это стоит того? Безусловно. Ну вот же мы с Комарниковой познакомились пару лет назад. Вот точно так же. Она просто потом подходит и говорит: дай свой телефон, дай мне мой билет. И вот начали работать.